Настало время продемонстрировать вам наш тренажер Pro One, Pro 1. Сейчас на видео вы видите именно его. Он состоит из 4 элементов, которые находятся на одной платформе. На нем можно накладывать любые швы любой сложности. Сейчас на ролике мы накладываем отдельные узловые швы. Как вы видите, ткани сопоставляются легко и не рвутся. Самое главное преимущество этого тренажера – возможность накладывать швы в различных плоскостях. Собственно, данный тренажер симулирует работу в реальной ране. Я назвал его американскими горками. Почему? Потому что он имеет очень много разрезов, которые можно зашивать почти до бесконечности. Сейчас на видео вы видите пример шва по типу Донати. Главным преимуществом этого тренажера, я считаю, тот факт, что нельзя просто расслабиться, сесть и шить. Тут необходимо напрягаться, думать, поднимать локти, держать их на весу, тем самым тренируя мышцы для реальных операций. Сейчас вы видите снова наложение отдельных узловых швов, но в ране. И поверьте, затянуть узлы тут не то же самое, что и в горизонтальной плоскости. И как вы знаете, у нас есть сосуды, и вы не поверите, но их можно устанавливать в этом тренажере и спокойно накладывать анастомозы, не боясь того, что сосуд куда-то убежит. Вот такой вот наш тренажер.